Дубосарах появилась идея установить памятные знаки на границе исторических мест. По данным историков, в разные времена через реку Ягорлык проходили границы империй – Российской, Атаманской, Речи Посполитой и Молдавского княжества. Памятные знаки могут стать достопримечательностью Дубосар. Дубосарский район – село Гаяны. В 13 веке это земли монголо-татар. В 14-м здесь уже Речь Посполитая, позже Молдавское княжество. Территория бесконечно переходит из рук в руки. Есть данные о том, что именно здесь и располагался таможенный пункт. Возможно, он был в Гаянах, а возможно и в селе Дайбаны. Ведь в переводе с молдавского Дайбаны – это два бана. Именно столько, по рассказам старожилов, платили при пересечении таможни у Ягорлыка. Сейчас в Дубосарах решили установить истину, а на границе исторических мест поставить памятный знак. Поступило от ГТК. Было рассмотрено их предложение об установке памятного знака. Мы вчера выезжали дополнительно на данный объект, потому что определяемся, чтобы внести его в том числе в карту туристического маршрута. Возможно, что и это также станет такой достаточно интересной туристической меткой Дубосарского района. Разработать проект памятного знака должны в ближайшее время. Пока это только идея, которую в Дубосарах хотят воплотить в жизнь. Новая достопримечательность Приднестровью точно не помешает.